а основатель Армении – Хайк. В сердце Армении родилась легенда. Его звали Хайк. Он был предначертан стать основателем нации. Хайк не просто был человеком, он был воином. Он был человеком гигантского роста, мощным лучником, с бесстрашным менталитетом. Хайк жил со своим народом в более теплых землях около Вавилона. В той земле правил злой великан – Нимрод, также называемый Белым, который провозгласил себя королем всего мира. Но Хайк отказался подчиняться Нимроду. Как только его сын родился, Хайк привел свой народ в землю Арарат. Когда Нимрод это понял, он двинулся с огромной армией, чтобы уничтожить Хайка и его сторонников. Хайк не испугался и двинулся с меньшей армией на Нимрода. Он был готов бороться за свой народ против злого короля. Их легендарная битва была жестокой и суровой. Это было испытание смелости и борьба за свободу. Вооруженный лишь стрелой и луком, Хайк сталкивается с Минра. Один выстрел определил судьбу двух народов. Победа была на стороне Хайка. Его победа над Нимродом отозвалась по всем землям, отметив рождение новой нации. Его наследие живет. Его потомки известны как армяне. Их корни ведут к легендарному воину. Это их история. Это их наследие. Хайк – основатель Армении. Веха их идентичности. Меня зовут Сарая. Подписывайтесь на меня за больше контента об истории Армении. Бог вас благословит.